обидно, я прожила всю жизнь. Самым разным способом. На сегодняшний день поступила в вылет что-то. Спасибо большое за ваш голос. Да. Сбор подписей и сбор предложений идет достаточно активно, потому что мы в прошлом году уже стали свидетелями большого проекта «Комфортная городская среда», в рамках которого было благоустроено 31 двор по федеральной по муниципальной программе, плюс одна общественная территория, которая в 20-х числах октября была открыта и очень сильно понравилась жителям. Поэтому мы посчитали своим долгом посоветоваться с нашими балакос, с нашими жителями по тем общественным территориям, которые у нас есть, по которым составлен очень большой список, и предоставить возможность людям высказаться. Все-таки наибольшие территории, которые требуют вмешательства, которые необходимы для реконструкции, для улучшения отдыха горожан, гостей, ну и, конечно же, привлекательности визитной карточки нашего города. На данный момент мы имеем уже порядка 800 с лишним предложений, заявок, высказываний по всем территориям, которые есть. На данный момент у нас еще остается сегодня и завтра день, когда мы принимаем заявки на пятницу вечер, на 9 число. Заявки, которые у нас принимаются в больших торговых центрах, вот здесь вот в общественной приемной, через интернет-ресурс, непосредственно можно прийти в архитектурный отдел, то есть любой возможный механизм для того, чтобы высказать свое мнение, присутствует для каждого горожанина, для каждого балаковца или для гостя нашего города, которому понравились наши территории. Поэтому я приглашаю всех жителей, всех балаковцев еще в последний день все-таки принять решение, прийти, проголосовать, высказать свою точку зрения, потому что каждая позиция, каждое мнение для нас ценно и важно. Следующий шаг. 12 числа на большой площадке в администрации мы будем подводить итоги этого голосования. И, конечно же, это мероприятие у нас не закрыто, оно является у нас общедоступным. Мы приглашаем балаковцев также быть свидетелями этого решения, где будут отобраны уже территории для последующего процесса голосования в марте месяце. Я считаю, что необходимо обратить внимание на, конечно же, детские парки, которые важны для того, чтобы они были ухожены для детей, для мамочек, для взрослых, которые гуляют своими внуками и детьми. Поэтому я свой выбор сделал в сторону детских парков.